Всем привет! Сегодня неожиданно буду снимать влог. Неожиданно, потому что очень поздно начала. Уже вечер. Но, короче, я сейчас нахожусь у сестры. У нее в гостях. Приехала сюда, чтобы играли в нарды. Мы уже покушали, можно сказать, поужинали. Сейчас будем пить чай. И потом после игры выйдем в город. И еще хочу вам показать букетик, который недавно она поймала на свадьбе. Она уже засохла, но выкидывать не будем. Будем держать, пока она замуж не выйдет. Вот такой красивый букет был когда-то. И здесь у нее сидит маленькая фигурка такая красивая в шапке. Девочка чуть-чуть похожа на нее. Вот теперь... Ночью снимать, конечно, не очень, потому что не все видно. Темно как-то, но сегодня так получилось. Кстати, моя сестра не хочет, чтобы я ее снимала, так что ее не буду снимать. Здесь что-то новое открыли. Свадебный салон, наверное. Я тебя понимаю. Мы идем в парк. Вечерний Степанакерт. Это у меня уже второе видео. Первое нечаянно я удалила. Хочу вам показать новые фонтаны, новый парк в Степанакерте. Ой, так жалко, я там так долго снимала, но удалила. Хотели сфотографироваться с этими фонтанами, но удалила нечаянно видео, потому что фотографии получились не очень из-за того, что здесь вон внизу есть свет, и все фотографии засвеченные были. Короче, здесь вот такой фонтан красивый. Здесь очень много людей, очень много детей. Сейчас 10:30. Здесь внизу у нас экран. Показывают клипы разные. Там есть танцпол. Есть места, где можно сидеть, посмотреть даже фильмы, потому что иногда показывают еще фильмы. С этой стороны идет стройка. И дальше пойдем. Здесь девочки фотографируются. Здесь очень много света, из-за этого и видео может быть... А, да, вон полнолуние красивое. Но из-за того, что за свет, очень много света, видео получится, не знаю. И здесь маленькие фонтанчики, пулпулак с питьевой водой. Идем дальше прогуляться по парку. Вот разные деревья, очень много роз. Вот такие розы, разноцветные, и очень вкусно пахнут. Красные, белые, оранжевые розы, длинные. Есть маленькие мини-розочки, тоже они все расцвели. Тут еще очень много туристов, что очень радует. Здесь раньше на этом месте была школа, да? Школа номер один? Школа номер один. Да. Сейчас школа в другом месте. Вот. Да. Вот еще эти маленькие розочки, которые тоже расцвели. Вот фонтаны разноцветным освещением. Очень красиво, очень высоко поднимается еще. И здесь молодежи очень много. Пойдем еще вот эти розы покажу красивые. Вот с этой стороны начну. И покажу вам розы, какие здесь есть и какие они красивые. Вот такие длинные розы. Смотрите, какая красота. Я заметила, что очень много использую слово красота, но... Смотрите. А, может быть. Вон мы присели отдохнуть чуть-чуть. И там фонтанчики видны. Все, кто... Наслышан про Степанакерт, но ни разу не был здесь.
Это очень тихий, спокойный, безопасный город. И уютный, чистый, не знаю. Это не то, что мой город, поэтому так говорю. То, что есть. Было днем. Девушка себя закрывает, не хочет, чтобы ее снимали. Не хочет, значит, и не будем снимать. Мы уважаем права людей. Здесь, как всегда, как и раньше, продаются семечки, но сейчас уже ассортимент обновился. Вон машинки. Мои любимые машинки. Итак, не знаю, куда пошла Лилит, но мы пришли в парк аттракционов. Будем кататься, детство вспоминать. А она на кассе. Она купила билеты. Мы сейчас пойдем на машинках кататься. Билет стоит 350 драмов. О, здесь новые машины блестящие. Чуть попозже мы будем там кататься. Трогает. Посними вот этого динозаврика. У меня есть фотографии с этим динозавриком днем. Мы стоим в очереди. Сейчас будем садиться и будем кататься. Все, наша очередь подошла. Все, мы садимся. Это моя машина. Лилита не буду снимать. Так, здесь у нас газ. Я забыла, давно это было. Это очень круто, классно. Приходят. Там закончили, пришли сюда. В игровые автоматы будем играть. Посмотрим, на что купит билет Лилит. А вот этот? Здесь дорожка неровная, поэтому больше не будем играть. Идем сюда. Будем гонять машины. Итак, я сидела там, я проиграла. Сейчас Лилит играет. О, форсажи делает. Потом она закончит, пойдем на 7 гигай. Вон туда. Лилит гоняет, гоняет, гонщица. Молодец. Все, game over. Тайм овер. У меня гейм овер было. Сейчас пойдем вот сюда. К этому мальчику. Я хочу ужасы. Пока не одна. С Лилит. Не буду одна бояться. Тысяча драмов сюда. Дорого. Все, заходим. Ужастик. Возглавно. Инка вообще лёг ужасный, а та дитя. И ужастик портик. Короче, было круто, но очень сильно нас трясло. Из-за этого нам не страшно было. Вот. Зашли в детский магазин, так как мы были на аттракционах. Вспомнили детство. Лилит говорит, давай зайдем в детский магазин, где продаются игрушки. Зашли и посмотрели. Она купила вот это. Мыльные пузыри. Сейчас она будет раздувать, а я буду бегать за этим пузырями. Итак, детство началось. И мы будем вот с этими спускаться. Экимян по всему городу. Лили-ля, все, да.
low, your heart is